25 марта в Национальном драматическом театре отпраздновали День работника культуры и открыли объявленный президентом год российского кино. О том, как прошло мероприятие, расскажут мои коллеги. В свой профессиональный праздник служители Мельпомены принимали поздравления в стенах Национального драматического театра имени Павла Кучеяка. Этот праздник сравнительно молодой, он был учрежден в 2007 году президентом России Владимиром Путиным по инициативе министра культуры Александра Соколова. В более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия. От имени региональных властей работников культуры с профессиональным праздником в этот день поздравили первый вице-премьер Наталья Икеева. И в каждом районе, в каждом селе, наверное, есть свои таланты, творцы, те люди, которые делают нашу ежедневную жизнь. В рамках торжественного мероприятия почетными грамотами были удостоены специалисты культуры различных муниципальных образований, почетное звание «Заслуженный художник Республики Алтай» присвоено члену Союза художников России Вячеславу Тарбокову. Также в рамках торжественного мероприятия прошло открытие объявленного президентом России года российского кино. Целью посвящения целого года важнейшему из искусств является привлечение внимания к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям. Завершились торжества праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов и исполнителей.